Девятый телеканал отмечен благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства за участие в конкурсе «Моя земля, Россия». Ежегодное творческое состязание проходит среди журналистских работ по сельской тематике. Этой теме в последний год мы посвятили немало времени после запуска совместного с АПК «Промагро» телепроекта. Уже год в эфире 9 канала выходит программа «Вестник Промагро». Этот телепроект знакомит наших телезрителей с новостями одной из крупнейших агропромышленных компаний «Черноземья», рассказывает о людях, посвятивших себя развитию сельского хозяйства. Последние 12 месяцев мы стремились раньше других увидеть и запечатлеть ключевые события агрохолдинга, узнавали о самом интересном из первых уст, побывали в гостях у тех, кто трудится на родной земле. Свои журналистские работы мы представили на конкурс информационно-просветительских проектов «Моя земля, Россия», который проходит по инициативе Министерства сельского хозяйства России. Всероссийский конкурс по сельской тематике проводится уже третий год. Мы впервые решили принять в нем участие после запуска совместного с АПК «Промагро» телепроекта. Из 13 номинаций выбрали две, на наш взгляд, самые интересные, потому что они о людях. Портрет современной сельской женщины и современный облик сельской семьи. За наши очерки мы получили благодарственные письма Министерства сельского хозяйства. Всего на конкурс было представлено около 4000 журналистских работ из 78 регионов России. Национальная премия «Моя земля, Россия» с каждым годом набирает все большую популярность. Это был наш первый опыт участия в конкурсе, но, я думаю, не последний. На предприятиях «Промагро» трудится очень много таких интересных, увлеченных людей, которые всецело отдаются своему делу, нелегкому труду на земле. А, как известно об увлеченных людях, в какой бы сфере они ни работали, всегда интересно рассказывать. Смотрите наш телепроект «Вестник Промагро» каждый вторник и четверг сразу после вечернего выпуска новостей. Впереди еще много интересного.